В Канске задержан сотрудник полиции, обвиняемый в получении взятки за обеспечение благоприятных условий для граждан, содержащихся в ВВС. По версии следствия, в июне 2023 года старший оперуполномоченный, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, потребовал от содержащегося в ВВС фигуранта уголовного дела взятку 70 тысяч рублей. За незаконное вознаграждение сотрудник полиции пообещал мужчине создать для него благоприятные условия, а именно не этапировать его в СИЗО, а оставить в ВВС на продолжительное время без имеющихся на то законных оснований. Согласно достигнутой договоренности, на личный банковский счет полицейского были переведены денежные средства в сумме 70 тысяч рублей. Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следствия полицейскому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, в том числе направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности обвиняемого.